Здравствуйте, дорогие телезрители! Ноябрь в Якутии – особенный месяц. Издавна он считается месяцем Баяная. Действительно, именно в это время все промысловики находятся в тайге и охотятся на пушного или крупного зверя. В былые времена дары Баяная этого месяца могли кормить весь год семью охотника. Да и в наше время многие охотники, следуя традициям отцов и дедов, устремляются в охотничьи угодья, подготовив заранее собак, оружие и снаряжение. И во многих уголках Якутии начинается настоящая охота. Охота с большой буквы. А в этом выпуске мы с вами примем участие в ходовой охоте на изюбря по сопкам Южной Якутии. Действия будут проходить возле села Мача Алекминского улуса. Наша съемочная группа приехала сюда по приглашению охотника и рыбака Охлопкова Николая, который использует старый дедовский метод охоты с собаками на этого осторожного и сильного оленя. Называется эта охота на отстое. Но не будем забегать вперед, еще предстоит немало удивительных моментов из жизни охотника. До Мачи добраться тяжело, так как нет постоянной дороги в этот старинный поселок. Летом только водным транспортом, а зимой по реке Лена пробивают зимник. Наш отечественный внедорожник УАЗ незаменим в этих глухих местах. Поселок расположен на правом берегу реки Лена, на границе с Ленским районом и Иркутской областью. Оставшийся путь через торосы реки Лена нам предстоит пройти пешком. Встретили нас на противоположном берегу Татьяна, жена Николая, с близнецами Колей и Мишей. Эти места гости не балуют, потому им здесь рады всегда. Николай, все же на изюбре одна. И вот на кабургу. Ну, ты правила ты знаешь, порядок знаешь? Да. На утро двинулись в путь по таежно-санной дороге, пересекая речки, ручьи и распадки. Доехали до местности Анахтах, где расположена охотничья избушка, уже затемно. Избушку почему именно здесь поставили? Потому что рядом большой солонец и большие отстои коренные. Отстои, да? И большая речка, Солонцовая называется, прямо вот впадает рядом. Встанем в 8, ага. Даже раньше наверняка. Проверим коней, потом выдвигаемся, наверное, пойдем по ключу Солонцовой. Ключ Солонцовый вот впадает здесь. Пойдем вверх, посмотрим, как у нас там зверь ходит. По-любому сейчас в это время должен выходить на солнце. Посмотрим, кто ходит и что. И оттуда, скорее всего, запустим собаку уже. Зимний день короткий. Несмотря на усталость, охотнику необходимо подготовить животных к отдыху, наколоть дрова, натаскать воду, накормить коней и собак. И только потом приготовить ужин для себя. Охотник ложится спать последним и просыпается первым.
четвероногим друзьям Николай питает особые чувства. Серьезно относится к обучению охотничьих собак, с усердием подходит к натаске каждого питомца. Их у него 7. Для охоты на крупного зверя и для охоты на соболя. Есть универсалы, такие как серый, который идет и на зверя, и на соболя. Характер у собак разный. Учитывая это, охотник постоянно улучшает породу, отбирая самых работоспособных и сильных. Наступило утро первого дня нашей охоты. Николай ставит задачу искать изюбря на ближайших гольцах, так как шанс добыть оленя в первый день велик, потому как зверь еще стоит непуганный. Ни собак, ни людей в округе давно не было. Характерный для юга Якутии мягкий климат, ясная погода, полный штиль радовали душу, вселяли оптимизм и хорошее настроение. Кулагай – это красивое и гордо звучащее слово в переводе с якутского означает «изюбрь». Благородного оленя, грациозного и мощного, иначе и не назвать. По предположению нашего героя, кулагай находится у ближних отстоев. Отстой – это каменный выступ на скале, где зверь может отбиться от хищника и чувствовать себя в безопасности. Немало случаев, когда изюбрь сбрасывал волка или собаку с большой высоты. Существуют так называемые полки, куда только ловкий зверь может запрыгнуть, спасаясь от хищника. Например, вот эти. По словам Николая, изюбрь постоянно пасется вблизи своих отстоев, тем самым обеспечивая себе безопасность. Осторожность ему передается с молоком матери. Изюбри – животные организованные. Они каждый день тренируют своих детенышей взбираться на полку, убегая чаще от вымышленного врага, чем от реальной угрозы. Они днем и ночью на чеку, и заученный учебный план спасения делает изюбря почти неуязвимым для лесных хищников. Остается промежуток отбиться. Вот сюда встает, вот там к нему подхода нет, и здесь подхода нет. Здесь одна вот его оборонительная. Ну, когда, видать, повезет, волки тоже звери такие, что ничего не боятся. Ну вот натаптывает, стоят. Видишь, площадка натоптана. В зимний период они натаптывают забег в снегу, обновляя его по мере прибавления снега, проверяют, не упало ли дерево на его пути, чтоб потом ничто не помешало встать на спасительный отстой. А как надо подходить, когда он стоит на отстой? Когда подходит на отстой, если, конечно, у вас нарезное оружие, чтобы не подниматься, если вы пришли снизу, нужно подкрадываться к нему, потому что он это... Когда видит человека, изюбр уходит сразу, прямо через собаку прыгает. Он понимает, что это не волк. Ну, можно выстрелить. Если у вас что-то такое недальнобойное, нужно обходить и подкрадываться вот промеж деревьев. Тогда вот. В открытую к нему нельзя подходить. Сразу свежий след изюбря. Николай спускает собак. Если пошли конкретно, все, я спускаюсь и иду к отстою, к ближним. Проверяю, слушаю, если там нету, иду на дальний отстой, так вот, проверяю где-то. Потому что они туда петлять могут много. Передвигаемся быстрым шагом, почти бегом, и такой темп нужно сохранять весь день. Изредка останавливаемся. Послушать, не лает ли собака. Николай отлично знает свои охотничьи угодья. Услышав лай,
с уверенностью может сказать, где собаки поставили изюбря на отстой. Гонит одна собака серый. Ну посмотрим, догонит он до конца, нет. След, скорее всего, матка молодая, небольшая. Не беговые. Ну, легко бегает, легко уходит. Плохо на отстой стоит. Что, пойдемте до этого и пойдем вверх. Может, где-то там услышим лай. Если не бросить, то поставим. Второй собаки нету, слава побордет. Расстояние между отстоями иногда составляют до 30 километров. Собаки куда могли идти? Они могли обратно туда крутануться и уйти на ту избушку. Вот откуда мы сегодня ушли. Зимовье в вершине Анахтах служит охотнику временным пристанищем, даря уют и полноценный отдых. Охотник первым делом должен освоить плотницкое ремесло. Прежде чем взять ружье, Николай берет в руки топор. Строя деревянные домики, промысловик заботится о будущем. У Николая 7 охотничьих избушек, расположенных в разных местах, и каждая служит ему верой и правдой. Дух тайги Баянай любит трудолюбивых, терпеливых охотников, которых не испугать холодом, разными неудобствами и трудностями. 8 утра. Переночевали в вершине. Двигаемся на базу. Собаки, видимо, ушли туда вниз. Здесь думали, здесь они, да? Да, думали на верхних отстоях. Ну, здесь их нету. Ночью не пришли. Сейчас будем двигаться до базовой избушки. Проделав этот путь пешком, Николай ничуть не устал. Он полон энергии и обладает выносливостью, которой позавидовал бы любой спортсмен. Наш герой поддерживает здоровый образ жизни, отец 4 детей и отличный семьянин. Страсть к охоте привил его отец. Обучил науке выживать в тайге в экстремальных условиях. Используя дедовские методы охоты, Николай продолжает путь своих предков и обучает своих детей премудростям старинного ремесла. Речка Анахтах, на берегу которой стоит охотничья избушка Николая, богата хариусом. Она не замерзает в самые лютые морозы, угощая охотника свежей рыбой и богатой минералами водой. Давайте заглянем в воды незамерзающей речки. Нам открывается подводный мир с ее обитателями. Вода здесь бирюзового, даже ярко-зеленого цвета. В пойме речки Анахтах расположены природные солонцы, которые посещают изюбрь, кабарга, лось, косуля и северный олень. Источники, бьющие из-под земли, насыщают эту речку минералами и полезными веществами, тем самым поддерживая и животных, и растения. Стоит отметить, что копытные охотно посещают солонцы и в зимнее время, о чем свидетельствуют многочисленные следы на снегу и тропы подхода и выхода к ним. Еще осенью Николай заготовил дрова. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. При низких температурах расход дров увеличивается в разы. Калории сжигаются, как спички в коробке. Охотник должен экономить силы и знать предел своего организма. В экстремальных ситуациях
любая мелочь может нанести серьезный урон здоровью. Учитывая это, необходимо внимательно относиться к себе, напарнику и четвероногим помощникам. Выполняя такую обязательную ежедневную работу, охотник обеспечивает уютный отдых, горячее питание и крепкий сон. С каждым днем поиск зверя удаляется вглубь участка. Охотник увеличивает радиус разведки, километры пути по нарастающей дают о себе знать. Ходовая охота в гористой местности – занятие для настоящих мужчин. Собаку я нахожу или иду, след сразу обрезаю. Например, потеряла собаку, она там где-то... Я, например, сейчас отпустили собаку сюда, буду иду косогором, пойду. Буду наблюдать постоянно след. Если она пересекет мой след, ушла вверх, я буду запоминать, что она ушла влево. Я буду двигаться одного направления. Собака тоже меня старается это не упускать из слуха. Если долго собаки нету, я начинаю забирать влево, пытаясь срезать ее след. Но если я ее срезал след и увидел, что она кого-то погнала там, соболя или что-то, я ее начинаю проследил направление. Стараясь не лезть в эти завалы, обходить где-то чистым местом. Ну, все время запоминаешь, куда она ушла. Вправо или влево. Кормилась? Кормилась, да. Ну, тут их много было. Это Лёшки. А? Три штуки, да? Три, ага. Держится в вершинах ключей, ну, зверь любой, даже возьми вот кабарга или зюбр, он всегда старается держаться в вершине. Больше корма, и в случае опасности ему как бы сориентироваться легче, куда уйти, чем в самом глубине. Здесь, ну, в основном больше корма, из-за того, что больше корма. Николай решает сделать древний охотничий обряд при помощи щепок, которые отлетели от дерева при попадании в него молнии. По его словам, это должно принести удачу в охоте. Кабака света нет. Залазит наверх. Шишка называется. Как? Шишка. Шишка? Ну, это кто такие шишки называют? И вот наступил последний день нашей охоты. На утро решили выступать в обратный путь. Четвероногие друзья восстанавливают силы и отдыхают, зализывая лапы. В душе все больше нарастает тревога. Неужели ничего не добудем? Неужели Баянай обошел нас стороной? Но несмотря ни на что, у нашего героя хорошее настроение, азарт и оптимизм. И вдруг Николай слышит далекий приглушенный лай. Сразу же делает вывод, что собака поставила зверя на отстой. Но какая? Возможно, чужая? Все четвероногие помощники Николая заперты в старой избушке. После проверки оказалось, что не хватает собаки по кличке Баянай. Поневоле задумаешься. Неужели дух охоты Баянай не спаслал нам удачу, выбрав собаку с такой же кличкой и направив его по следу зверя? Николай спускает четвероногих помощников на подмогу. И свора собак скрывается в зимнем лесу, спеша на выручку своему товарищу. Стоит? Не живи. Там ничего не должно стоять. Это зюбр. Значит, надо подходить осторожно. Видишь? Видишь?
И опять же, по воле Баяная, собаки поставили изюбря именно на тот отстой, на который мы приходили днем ранее. Вот он, могучий кулагай. Уверенно стоит, чувствуя себя в полной безопасности. Работа собак не оставит равнодушным ни одного охотника. Эти работяги не зря едят свой кусок. Об этих лайках ходят легенды, настоящие бойцы. Именно они заставляют сердца охотников биться. Николай взбирается на возвышенность высотой около 600 метров, преодолевая преграды с присущей ему легкостью. Лай становится все ближе и ближе. С каждым шагом Николай приближается к заветному месту. Последние метры Николай идет медленно, скрадывая зверя, останавливаясь, как только собаки затихнут. Восстанавливая дыхание, занимает место для выстрела. Изюбрь как на ладони. Всего 30 метров отделяет охотника и зверя. Мечта любого охотника – видеть этого неуловимого бегуна настолько близко. Дух захватывает от такого зрелища, но не стоит расслабляться. Олень, почуяв человека, в любой момент может перепрыгнуть собак и уйти. Смертельно раненый, но непобежденный олень продолжает стоять. Видно, что этот зверь крепкий на рану. Изюбрь, теряя опору, падает вниз с отстоя. О, есть, вон он. Патранок. О, схватил, пах. Пошел. Собаки пошли. Аня, нормально. А? Нормально. Только что упал. Сейчас только упал. Живой был? Живой был. А. Николай настоящий охотник. Именно благодаря его смекалке и отличной работе собак зверь был добыт в последний день нашей охоты. Надо сказать, что трофей действительно трудовой. Удивительно, но мы уже не в первый раз отмечаем, что дух охоты Баянай любит упорных и терпеливых. И мы не раз добывали зверя именно в последний день. Почему чертик называется? Вот, двухлетка. Первый год они без рог ходят, второй год ходят. Вот. Они обычно беговые. Легкие, легкие еще не это, сами по себе. Ну, бычок, то хорошо, не мат. Незаменимый помощник – охотничий конь, подготовленный тяжелым будням промысловика. Местность такая, что без помощи лошади охота становится нереальной для человека. Именно с помощью этого домашнего животного охотник осваивает тяжелые участки. На этом, уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч.